Ребят, всем привет! У нас сегодня 29 июля 2024 года. Я вам хочу напомнить, что у нас остается всего лишь несколько дней до завершения вот такого вот турнира. Я вам здесь в описании оставлю ссылочку, чтобы вы могли зайти и принять участие. Смотрите, в нашем телеграм-канале «Тапалки» я выставила пост. Здесь можно прочитать, ознакомиться. Там есть несколько фишек. Вам вначале нужно зайти, зарегистрироваться в маске в этой игре, если вы в нее еще не играете. Потом вам нужно зайти в ботнот коина, кликнуть там «Заработать», найти, пролистать к низу, найти там этот турнир. Остается всего лишь 3 дня до завершения турнира. И именно заходить через ноткоин каждый раз, когда вы будете участвовать в этом турнире. То есть давайте еще раз. Если вы просто заходите в игру «Маск», то так баллы не засчитываются. Для того, чтобы засчитались баллы именно в этом турнире, вы видите, да, я там собрала больше, чем 100 баллов, нужно заходить именно через бот ноткоина, пролистываете к низу, вот здесь вот на записи экрана можно посмотреть, как я это делаю, кликаете на игру маска и уже тут начинаете выполнять разные задания. Заданий достаточно много, и за все задания даются баллы. А некоторые баллы могут прийти не сразу. Я вам напоминаю, страничку нужно обновлять в правом уголочке. Вверху кликайте там 3 точки и обновить страничку. Может быть, тогда баллы засчитаются. Бывает такое, что баллы приходят немножко позже. И вот мы можем видеть, что мы перешли в задание, и мы начинаем прокачивать эту игру. Начинаем собирать там разные баллы за задание. Вот мы жмем «Выбрать», забрали сейчас офлайн бонус, и смотрим, у нас дальше копятся монетки. Кстати говоря, появились эксклюзивные задания. Если у вас на счету есть звездочки, то, видите, можно за звездочки купить даже некоторые дополнительные преимущества. В любом случае, на коллабу ноткоина с игрой «Маск», я думаю, что стоит обратить внимание, это 100%. Кстати, заметьте, что «Маск» здесь в игре на фоне эмблемы самого значка ноткоина. Вот сейчас обратите внимание на заднем фоне, да? Можем понаблюдать. Кстати, привилегии в этой игре есть для держателя уровня Gold и Platinum. Для тех, кто купил тариф Gold или Platinum, у меня тариф Platinum. Я купила на 3 месяца за $239. Если вы хотите тариф Gold, то на 3 месяца стоит $36. Также мы можем видеть здесь внизу, видите, есть награда за получение 15 уровня в игре Mask.